Всем привет! Представляю вам новый сервис StoryNGen. Цель сервера – обеспечить игроков интересным времяпровождением, связанным с модифицированной игрой и сбалансированным лутом. На сервере присутствуют торговцы, у которых вы можете приобрести экипировку, оружие, вертолеты и машины. Главный, пожалуй, самый обычный торговец стоит на алтаре. Контрабандист расположен в разрушенном корабле на побережье. Наиболее топовый лут, а также шприцы, поддерживающие здоровье, можно приобрести у него. Бар StoryNGen – место, где можно не только приятно провести время компании, но и приобрести более ценный лут, а также легендарные чертежи, благодаря которым можно крафтить оружие и впоследствии ему уже продавать за привлекательную цену. Охотника вам придется поискать, ведь он готов скупить мясо и шкуру диких животных по выгодной цене и предлагает выполнить ценное задание с поиском винчестера. На сервере существует зараженная зона, здесь спавнится самый топовый лут. Множество животных из зомбарей не дадут вам заскучать. Для посещения ТИС вам требуется полный комплект химзащиты, противогаз и сменные фильтры, а для посещения Алькатраса вам понадобится противогаз и сменные фильтры. Рейд на сервере происходит по субботам с 19 до 22 по московскому времени. Отзывчивая администрация, кастомные постройки ждут тебя на сервере. Все ссылки в описании под видео. Переходи и начинай свой путь. Гили, возле базы. Возле ворот. Прямо у входа? Да. Хорош. Двое было. Пайга. Я готов, я сильно раненый. У нас есть физуху где-то там, можешь взять, захуярить все. Да, вон на крыше где-то бегает. Да, в дырке двое их там. В дырке и сверху один. Давай, покажи им, как надо. Они там вход контролят. А, они прям вход смотрят? Да, они вон с базы, им вход хорошо видно. Я зашел, короче. Фух, ебать. Ты бегаешь? Нет. Бегают, к тебе бежит. Да, я понял. Минус один. Красава! Я иду на крышу тогда, ладно. Ты бегаешь? Да. Я на крышу иду. Попробуй оттуда его. Так, а тот сидит, сука, целит. Он где, на крыше? Ой, на базе? Да, наверху на крыше. Под вышкой справа сразу, ты увидишь его. Вижу. Видишь? Вижу. Давай, сними его быстренько. Сейчас, побыстренько, подожди. Я тогда вижу опять. Зомби. Бил. Хорош! Давай, заходи. Хорош. Все, я пошел. Надеюсь, больше там никто у них не сидит. Опа! Вот он, впереди меня! Он ко мне подбежал. Дальше спереди стреляли только что. В сторону института, да? Да. Вижу. Где-то вот тут примерно. Только что с глушителем стрелял. Кровище видел, как полетело. Размен? Нет. Нет.
А кто с кем размен? Ну просто стреляли, спрашиваю. Не, он убил типа Сларки. Сюрприз убил Сларки. Убил двоих. Хорош. Еще кто-то. Ты сейчас стрелял последний? Сюрприз убил и еще кого-то. Я опять. Хорош. Опа. По кому? Опа. Не знаю, по кому-то из нас с собой. Я зомби пока что отвожу. А вон на него зомби пошел. Видишь его? Нет, не вижу его. Зомби идет на него. Остановился, сука. Че за зомби, чмыри ебаные, а? Это потому что не ты стреляешь. Если бы ты стрелял, бы они все влево. Так, вижу. Труп. Видишь? Человека лежит. Нет, труп человека. Метку сразу кинь на него, чтобы не забыть. Кинул. Я слева пойду флангану, Сань. Давай, давай. Блять, он меня убил, размен. С оружием, этот был с оружием. Нахуй! Мойку козла ебаного. Ты вообще маньяк, ебать, урод. С чего ты стреляешь, нахуй? С выхлопа. Ебать, урод, как не стыдно тебе, ебать, ребятишек обижать. Нихуй, бля, был, выебываться на вас. Это где он был? На своей базе он сел, блядь, и он кемпить опять решил, блядь, покемпил, блядь. А, нас кемпил, что ли? Он смотрел в эту сторону. Давай, Санёк, лутай правую сторону, я левую. Я тогда туда пойду. Так. Во-во-во. В бункере. Где? Вот здесь, вот тело, вот здесь. Вижу. Метку киньте. Минус. Там еще один, по-моему, промелькнул. А, нет, зомби. Убил? Хуя себе, он из елки вышел, блядь. Он даже меня не услышал, как я подбежал, лол. Так, зомбари на тебя переагрелись. Я уж понял. Я. На лестнице кто-нибудь убивал здесь зомби? Нет, я нет. Вот здесь, где я. Нет. Ну. Это, видимо, этот челик вышел отсюда. Давай с двух сторон-то поднимаемся, что ли, может? Давай. Тут что полутался? Да, там посмотрел. Комнату тоже смотрел, да? Ага. Я пошел туда на вертолетную площадку. Саня, кто-то лагает. Кто-то лежит, лежа. Наверху. Вижу труп, да. Не-не-не, живой. Предметы перекладывает. Надо мной он получается. Ебать, еле-еле убил его нахуй. Без прицела, без патронов пока только нахуй. Ну один хуй на базу понесу. Но я могу за спину взять что-нибудь. Нет, я просто мы-то сейчас принесем лут, и тебе нужен просто оставлять что-нибудь, или мы все относим? Я относить все. А, все, тогда погнали. Тогда что там, наверху, да, надо забрать? Там только выхлоп остался. Наверху. Опа, а нам
Нет, это по Сереге. Убили. Его убили даже. Так, ну этот хрен по-любому там будет сидеть, я прям уверен. Да, стоп, одного. Я пойду туда, к нему. Его Саня, да, пошел искать? Ага. Там 300 метров вроде было, но... Он в громку, а по мне. Вот, со стороны Сани. Он еще ближе где-то к вертолету. Он на вертолете, что ли, ёпте? Он не стреляет. Иду на него. Я его пробежал, значит. На, сука! Ну вот у него читак, М200. У меня, Серег, тело. А, ну я ничего не помогу. Я его еле нашел, я думал с другой стороны, короче. А я их вижу. Они возле казарм бегают. Ага. На казарм бегают. Да, я здесь. Который, ну, где Саня? Вот тут вижу труп, ебать, лежит, короче. Я к тебе иду. Они там возле казан, да, бегают? А, да, два, да, барака нет. И не лутайки где там. Они в том районе. И до этого они там же терлись. А зомби бегает, агрится. Саня, какая именно из казарм? Правый барак, в нем тело. Если от Сереги, то в правом бараке. Я там и упал. Сидит в нем тело. Подожди, вижу еще одного. Да как так? Минус. Что это долго? Конец собаки. Help me. А, нет, нет, надо что-то другое. Что-то как-то криво он тебя стрелял сегодня. Да, это я. Покажи нам свое лицо, пожалуйста. Мы хотим мирно разойтись, ты понимаешь? Мы не хотим стрелять. Чё, где он, Серёг? Он по нему хуярит. Это опять эти следствия пришли. Это левые, эти пришли. Да, 27, который. Лёх, 27, да. Он снизу поднялся, он был под этой казармой. Нахуй.
минус 2. Алёха, этого ты убил. Подхожу. Они где-то там в бараках сидят, вроде. Не у тайки один, один где-то на внешке еще. Я двоих убил. Было четверо, еще был пятый. Скорее всего, еще минимум трое. Вижу одного. Не убил, да? Тип бегает. Где-то он тут. Он из него так и выбежал, побежал налево куда-то и все, и пропал, бля. Единственное, что он мог, конечно, прыгнуть вниз. Но там высота достаточно высокая. ХП у него снимется нормально. Нет, он мог за бара за нелутайки спрыгнуть. А, в принципе, да. Там высота поменьше. Потому что я его не вижу. Он что-то выбежал и все, пиздец. Блять, чувак бежит, вижу. А, да-да-да, перепрыгнул. Потерял. В какую сторону, вот интересно сейчас? В мою. Сука. Минус нахуй. Это как раз тот чел, которого я видел. Чё, на базу отходим? Да, надо скинуться.